Здравствуйте, я Наталья Бельтюкова, владелица торговой марки Arcade Grand. В этом коротком видео я расскажу вам о некоторых изменениях в налоге на недвижимость. В 2018 году налог на недвижимость претерпел некоторые изменения, среди которых можно выделить следующие. Поскольку налог является местным, его ставки устанавливают местные органы, но предельный размер ставки не должен превышать 1,5% минимальной зарплаты за 1 квадратный метр. Налогооблагаются все виды недвижимости, и жилая, и нежилая, в том числе и их доли. Откорректировано право местной власти устанавливать льготы в налогообложении. Льготный предоставляется всего 60 квадратных метров на человека, если речь идет о квартире, и 120 квадратных метров для частных домов. При владении разнотипными объектами и квартирой, и домом суммарная льгота 180 квадратных метров. Для квартир размером более 300 квадратных метров и частных домов более 500 квадратных метров применяется фиксированный разовый платеж в размере 25 тысяч гривен за каждый объект. Надеюсь, эта маленькая консультация была вам полезна. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждем ваших комментариев с темами следующих программ. С вами была Наталья Бельтюкова. До новых встреч!